А зачем лавка, Дим? А ну сначала я думал, что пряником не клюнуть. А у тебя десятка там на той стороне. Всем привет. Подготовка на декабрь продолжается. Воркаут я все-таки не ушел. Сегодня второй день осени, и я уже в предвкушении крутых, интересных стартов. Поэтому настрой уже чуть лучше. В последние две недели я отчетливо ощутил в очередной раз то, что поднимает по большей части голова, как многие услышали. Многие видели мои потуги две недели назад на приседе по 290, и также цирк на тяге в 330. Когда я два подхода не оторвал ее от пола, и два подхода она у меня залетела двойками без особого напряга. Поэтому, конечно же, ментальная составляющая здесь тоже играет очень большую роль. Также остудить мой процессор и укрепить ментальную составляющую мне помогает периодическое купание в 6-градусной воде. Естественно, не каждый день, потому что как физическая нагрузка и как любое лекарство, это полезно в умеренных дозировках. Но классно. В принципе, мне очень помогает освежиться, получить заряд, тонус и улучшить свою концентрацию. В пятницу неплохо отработал приседания 285 двойками. В общем, не буду много болтать. Погнал я в зал. Посмотрим, что сегодня получится запилить. А у тебя десятка там на той стороне.
А зачем лавка, Дим? Ну, сначала я думал, что пряником не клюнуть. В принципе, я так не очень боялся его. Но... резина есть резина, мало ли что, она не предупредит, если у нее какие-то микротравмы. А использую я уже относительно продолжительное время, поэтому я еще подумал о том, что в случае ее разрыва можно себе класснуть колени против естественного хода. И вот решил подстраховать. И, блин, всем советую, а то может кто-то насмотрится моих видосов, где я делал без лавки. И, блин, мало ли что. Поэтому лучше делать либо на полу, либо со страховкой. В принципе, я там тоже, по-моему, это обозначал в любом. В общем, если что, сейчас дополню. Все. Моя сегодняшняя тренировка завершена. Поработал с умеренной интенсивностью. В целом, рабочие веса меня устраивают, их динамика. В среду еще хорошо пожмем. Ну а получится ли у решившего в очередной раз поиграть супергероя, убить себе дрища и показать рекордный результат уже в сумме, покажет декабрьский помост. Ну а я с вами не прощаюсь. Всем прухи и до скорых встреч.